Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2682, тема «Старообрядцы». Не чувствует ли старообрядческая церковь или вы лично какого-то принуждения к сближению со стороны властей? Ответ старообрядческого митрополита Андриана. Мы понимаем, что сейчас в России нет иного пути, кроме как собирания русского народа и государственности. Мы готовы поддерживать усилия властей, придержащих, и участвовать в деле объединения и укрепления России, поскольку это не противоречит нашим религиозным убеждениям. Но преодоление раскола – это очень долгое и очень непростое дело. Между нами и новообрядцами с 17 века лежит пропасть. Если нас начнут подталкивать, обе стороны просто могут свалиться в эту пропасть. Очевидно, это понимают все, кто знаком с трехвековой проблемой русского раскола. Поэтому нас никто и не подталкивает. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Видимость разъединения велика, но на деле... В деле благовестия один другого стоит. Ни те, ни другие ни во что не ставят повеление Христа идти, проповедовать его учение, знакомить людей с ним. Когда будут те и другие возрождены от Слова Божия, тогда увидят, что никакой надобности в объединении вообще нет. Трудись каждый там, где есть. Книга Деяния, 15 глава. 39-40. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр, а Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божией.